Пейзажи Болдина, Петербурга и его окрестностей. Портреты Александра Сергеевича Пушкина. Выставка по пушкинским местам московского художника Ивана Сорокина открыла свои двери для всех желающих в Большом зале восточного флигеля усадьбы Вязёмы. Иван Васильевич родился в селе Гавриловское Рязанской области, недалеко от есенинских мест. Это такая русская глубинка, и вот русская тема у него была, присутствовала всю его жизнь. А Пушкин, как известно, был главой русской партии. Он изучал очень много, работал в архивах, изучал пушкинистику, читал письма. Одна из популярных картин – «Дорога в Болдино». Художник не только интересовался творчеством и личностью Пушкина, но и сам не раз посещал Большое Болдино в 70-80-х годах. Поэтому через свою живопись он хотел передать любовь к природе и показать на холсте всю ее самобытную красоту. И Иван Сорокин питал себя вот с измольства, вот какие-то такие корни, крепость земли, умение видеть, наслаждаться окружением, окружающей средой, красотой природы. Выставка по пушкинским местам проходит уже в 11-й раз и собирает всех ценителей русской культуры. Увидеть произведения Ивана Сорокина можно будет до 26 марта. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».